Новый кислородный узел был не так давно построен в Бресте. Он появился в областной больнице и бесперебойно обеспечивал учреждение кислородом. Жидкий газ привозили в баллонах, а узел быстро распределял содержимое по отделениям через подземные трубы. Благодаря реконструкции кислород теперь почти в каждой палате. Оксигенотерапию, так называется процедура, часто назначали пациентам с тяжелой формой коронавируса. Такое лечение помогало восстановить нехватку кислорода в крови. Сегодня же старое здание расширилось за счет пристройки, где хранятся и заполняются баллоны. Кроме того, добавилось еще два модуля концентратора, которые производят кислород из воздуха, и два газификатора, в каждом из которых можно размещать по 5 тонн жидкого кислорода. Данное помещение, которое было спроектировано и построено в 2006 году, оно не предусматривало никаких площадей для того, чтобы мы могли разгрузить эти баллоны, хранить эти баллоны. Ну, а самое главное, конечно, это вот использовали физический труд, потому что электротельферов, то есть подъемников никаких не было, ни ручных, ни электрических. Поэтому в целом наши сотрудники выдержали эту работу, и нам приходилось иногда в сутки разгружать до 300 баллонов. В ходе работ строители смогли не только возвести необходимый объект качественно, но и частично сэкономить. По словам проектировщика, в таком варианте станция единственная в Беларуси, поскольку обеспечивает больницу кислородом из трех источников – кислородных модулей концентраторов, емкости газификаторов и баллонов. В общей сложности ее мощность – 4000 литров кислорода в минуту. Мы рассмотрели несколько вариантов еще на стадии предпроектной, каким будет эта кислородная станция. Рассмотрели варианты полностью кислородных концентраторов, либо вот этих двух бочек газификаторов. И, кстати, эти бочки вышли дешевле практически в полтора раза. И тогда было принято решение, что источника будет три. Естественно, как он сказал, теперь они полностью независимые, можно переключаться с одного на второй. На сегодня в больнице почти 400 кислородных точек. Плановая работа по их наращиванию продолжается. Баллоны теперь в качестве резерва, поэтому есть возможность одному модулю давать отдых, проводить профилактические работы, ремонт, то есть в итоге продлить срок службы достаточно дорогостоящего оборудования.